Изучаем звук О по букварю. Сашуля, посмотри-ка вот на эти вот картинки. Давай произнесем слова и посмотрим, какой звук мы тянем в начале. Улитка. Какой звук потянули в начале? У. У, умница. Утюг. Утюг. Какой звук в начале? Тоже У. Хорошо. А вот это знаешь, что такое? Домик, в котором живут пчелы, называется улей. 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 Какой звук первый? У. У. И в слове утка? Утка. Утка. Какой первый звук? У. Обращаем внимание, то, что звук в начале слова, первый звук. Место звука в слове определяем. Это важно для фонематического слуха. Посмотри, как мальчик сделал губки трубочкой. Звук «у» мы произносим и делаем губки трубочкой. А голосочком мы его произносим или нет? Ну-ка, давай проверим. Работает голосочек? Да. Да, значит, это у нас звук какой? Гласный. Да. Гласный. И обозначаем его каким цветом? Красным. Красным цветом гласные звуки. Умница. А вот она буква. Какая? У. У. Да, чтобы записать гласный звук «у», нам нужна буква «у». Вот так она пишется. Палочка маленькая, палочка длинная. И закорючка. Да, здесь закорючка. Можно закорючку не писать. Давай почитаем теперь букву У. Давай пальчик. И читаем. Вот У. Так. У. 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 Читаем У. Сверху вниз теперь. У. 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 Читай У. Сама. У. 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 Да. Пальчиком показываем на буковку и читаем ее. У. Thank you.